Делегация Республики Беларусь посетила возводящуюся в Омске новую хоккейную арену. Строительные работы идут сразу на нескольких участках. Бетонируются подтрибунные балки, выполняется монтаж перекрытий прочных вертикальных конструкций на втором-пятом этажах, устанавливается первый ярус трибун, внутри здания идет сборка перегородок и инженерных сетей. Белорусскую делегацию впечатлил масштаб строительства. Мы, как стратегические союзники, вообще очень рады. И очень правильная позиция. Мы видим вот такой всплеск патриотизма, значит, отношение к спорту, здоровому образу жизни. Ну, а этот объект как вообще нельзя кстати. Ну, тем более для города Омска и команды «Авангард» такой подарок заслуженный. Чемпионы России выиграли Кубок Гагарина. Очень серьезный, очень такой долгосрочный проект. И очень хорошая перспектива для города более чем с миллионным населением. Когда такие спортивные объекты растут в Российской Федерации, мы очень рады за наших друзей. Строительство арены ведется в рамках государственно-частного партнерства между правительством Российской Федерации, компанией «Газпромнефть» и правительством Омской области. В концепции новой арены учтен опыт лучших современных спортсооружений мира. Она будет многофункциональной. Площадка может быстро трансформироваться для проведения соревнований по различным видам спорта, концертов и культурно-массовых мероприятий. Новая арена станет домашней площадкой «Авангарда». На ней пройдет первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, которое состоится в декабре 2022 и январе 2023 года. В этом турнире сыграют сборные России и Беларуси.